депутаты выступили против пребывания солдат США на территории государства. Об этом говорится в соответствующей резолюции. Они призвали восстановить государственную монополию на оружие. По мнению законодателей, нужны шаги, которые смогут запретить доступ иностранным войскам. Ирак планирует подать жалобу в Организацию Объединенных Наций на Вашингтон. Парламентарии также призвали отозвать просьбу о международной помощи в борьбе с Исламским государством, поскольку военные действия завершены, а победа достигнута. Речь идет об операции «Несокрушимая решительность». Она была организована на территории страны в 2014 году. Военные действия продолжались под руководством США и на территории Сирии. Решение парламента принято из-за ликвидации командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного удара США. Напомним, после убийства иранского генерала США объявили о планах отправить на Ближний Восток еще 3000 солдат. Дополнительный контингент должен стать фактором стабильности в регионе. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.